Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня мы с вами приготовим очень интересные шашлычки из помидорок чири с беконом. Количество необходимых ингредиентов смотрите в описании под видео, а также ставьте лайки и пишите комментарии. Мы берем емкость, где мы сейчас будем замешивать наши помидорки. Добавляем оливковое масло. Добавляем соли. Добавляем немного черного молотого перчика, а также добавляем орегано. Хорошо вот так вот перемешиваем все. Теперь мы аккуратненько добавляем помидорки черри. И вот так вот аккуратно, чтобы их не помять, начинаем их перемешивать в нашем масле. Теперь мы берем ломтик сырокопченого бекона и вот таким вот образом заворачиваем в него помидорку и сразу нанизываем на шпажку, которую мы предварительно замочили в воде. На одну шпажку мы делаем 3 помидорки. Наши шашлычки насажены на шпажки и пока будут ждать своего часа. Мы тем временем сделаем соус, с которым будем их потом подавать. Добавляем в кастрюлю бальзамический уксус и ждем, пока он закипит. Добавляем сахарный песок, а также добавляем соли. Убавляем огонь до среднего, хорошо все перемешиваем и на среднем огне варим наш соус примерно 15 минут. Нам нужно, чтобы он у нас загустел и стал такой тянущийся слегка. Соус у нас наполовину приготовился. Нам он нужен будет в горячем виде, поэтому время здесь вот подгадывайте, чтобы у вас примерно в одно время приготовился соус и шашлычки. А шашлычки тем временем мы убираем в духовку, которая разогрелась до 190 градусов, примерно на 10 минут. Вот такой вот у нас получается соус. Вот такой вот примерно густоты. Я его уже снял с плиты. Добавляем к соусу сливочное масло. И хорошо все перемешиваем. Соус вот в этом состоянии нам нужен в момент, когда мы уже вот-вот будем вытаскивать шашлычки из духовки, чтобы он был теплый. Иначе он загустеет и застынет. Ну вот такие вот у нас шашлычки, из которых прям капает, течет бекончик. Какая обалденная вкусняха. Обязательно попробуйте такую приготовить. Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно помогайте распространять это видео по социальным сетям. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!